Анонс и точно дата выхода 23 серии турецкого сериала «Балканская колыбельная». 23 серия сериала выйдет в эфир 22 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Джованка начинает требовать от Эртана, чтобы он рассказал всю правду Сулейману про его банкротство. Она сказала, если этого не сделает Эртан, то Джованка сама обо всем расскажет. Но Эртан обещает, что он сам все решит. Просто он хочет выбрать подходящее время для того, чтобы сообщить эту неприятную новость. Ведь узнав об этом, Сулейман может плохо среагировать. Но Джованка просит своего возлюбленного, чтобы он перестал ее злить. В итоге Джованка сообщила дяде, что деньги, которые были заработаны, на самом деле фальшивые. Но Эртан не дал ей договорить. Его весь голос прокричал, что Джованка беременная. Эта новость всех удивила, включая и саму Джованку. Айшен очень сильно переживает за Шефо, так как он не отвечает на ее звонки. Она спрашивает, видел ли его кто-нибудь. Сулейман хочет придумать такой сложный код, чтобы его никто не смог угадать. Тогда ни один вор не сможет проникнуть к нему в сейф. Ведь сейчас везде полно мошенников, которые только и выжидают подходящего момента для того, чтобы прибрать чужие деньги к своим рукам. Шефо вляпался в большие неприятности и начинает строить план, как ему бы удалось все решить. Напомним, 23 серия сериала выйдет в эфир 22 декабря. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.